Всем доброго дня! Сегодня решила искупать своего кротона под теплым душем. Делаю я так раз в месяц примерно, но сейчас, так как стоит жара и он быстро просыхает, а попить воду он очень любит, я делаю примерно раз в 2 недели. Так, ну сейчас покажу, как я это делаю. Включаем водичку тепленькую. И вот так вот я его начинаю аккуратненько лопать. Ой-ой-ой, главное, чтобы одной рукой не очень удобно делать. Вот так вот листики промываются. Даже если там есть клещики, то это все вымывается. Ну, сейчас я буду делать без камеры. Всем советую. Очень хороший способ. Ему очень нравится, цветам домашним тоже. Всем пока!